Люди с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничной душой и волей к победе. Именно такие граждане встретились с временно исполняющим обязанности губернатора Сергеем Морозовым 2 сентября. Вместе с представителями общественных организаций и спортивных федераций участники обсудили вопросы подготовки к проведению регионального марафона «Сильный духом», который впервые пройдет на территории области. 5 сентября по 16 Прогулянской в регионе будет проводиться марафон «Сильный духом». То есть с людьми с ограниченными возможностями. Как это не прискорбно говорить, но люди, ну, жизненные ситуации стали инвалидами. Но есть категория людей, которые носят статус инвалидов, они достигают позитива в жизни, то есть ставят задачи какие-то, и они к этому идут. И цель этого марафона – показать обществу, что эти же инвалиды, они такие же члены общества, ничем не ограничены. Соревнования по баскетболу, круглые столы, интерактивные площадки и концерты – все это ждет участников марафона, который, стартовав в Ульяновске, двинется по всем районам области. Среди вопросов на встрече также обсудили ближайшие перспективы развития адаптивного спорта. Сегодня мы выходим уже на новый уровень и подготовки, новый уровень и занятий, не только в количестве, но и в качестве, и создается специальная школа. Ну, как бы так, самым, наверное, программой максимум работы этой школы – это в будущем появление команды наших паралимпийцев, сборной команды, которые будут участвовать в сборной команде Российской Федерации. На сегодняшний день в Ульяновской области проживает более 115 тысяч инвалидов, что составляет почти 9% от общей численности населения. В следующем году общественные организации инвалидов получат дополнительные субсидии на проведение социокультурных мероприятий. Я ожидаю серьезного обсуждения о недопуске паралимпийцев на Паралимпиаду. И думаю, решим вопрос о нуждах паралимпийцев Ульяновской области. Разговор вышел далеко за рамки спорта и коснулся многих важных вещей. От проблемы создания доступной среды до изменения федерального законодательства. У каждого участника была возможность высказать представителям правительства свои предложения и рекомендации для разрешения ситуации в лучшую сторону. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.